Жуковского. Подольский. Из Москвы. Да? Очень приятно. В жизни случаются разные ситуации, разные события. Город оказался без тепла. Вот уже 4,5-5 суток мы делаем все, чтобы тепло восстановить. А сейчас в Климовске 173 дома, 69 домов, к домам подведено тепло. Мы хотели попросить вас, как вы это умеете делать с улыбкой и по-доброму, посетить эти адреса и поинтересоваться, соответственно, сказать, что мы одна команда, мы хотели бы узнать, все ли в порядке у вас. И эти данные по этим 69 домам нам предоставят. Смотрите, здесь бабушка проживает одна старенькая, она вчера приходила, заблудилась, мы ей помогли вот с Аркадием. Привели до дома, живет на МЖК, знаем ее адрес, но она с памятью проблемы. Вчера благодарила, и можно ей что-нибудь? У нее тоже дома холодно, мы вчера ходили, но не знаю. Конечно, можно. То, что нужно, можно. Вы пишите прямо, соответственно, что необходимо, таблетки. Кому-то, может, мягкую игрушку многодетную нужно. Ну, я утрирую. Просто она одна живет. Да. Вот что нужно, спросите. Они скромные обычно. Да. Что нужно, мы все поможем.